Капуста «Мандарин», которая у нас на сегодняшний момент уже больше 15 лет продается в Украине. Какие особенности именно этой капусты? Эта капуста отличается тем, что эта капуста 125-130 дней периода вегетации. И она очень быстро, последние буквально 2-3 недели, нагоняет свой вес. Она добавляет за последние 2 недели порядка 30% своего веса. То есть капуста имеет красивую, хорошую форму. Капуста нравится людям, которые ее используют, знаете, на голубцы разбирают. То есть на корейцы, когда используют вот эти вот голубцы, когда закручиваются, очень тонкий лист, и тем не менее она имеет все равно высокое содержание сахара. Капуста хорошо очень хранится, и эта капуста, как правило, всегда дает очень хороший урожай. Мы как бы рекомендуем ее, конечно, мы рекомендуем эту капусту высевать прямым посевом, то есть благодаря тому, что у нее будет мощная корневая система, она намного проще переносит все погодные катаклизмы, которые могут быть. Капуста, еще раз подчеркиваю, имеет 125-130 дней вегетации, и в последний период времени, особенно вот в такой год, как сейчас, когда похолодание пришло, и мы понимаем, что капусты уже все остановились в росте, и расти они уже не будут. Они просто будут стоять, ну то есть и по мере необходимости мы их вырезаем. Практически после такого похолодания, то есть даже плюсовые температуры, там 15 градусов, если у нас еще и будет, не дают толчка для того, чтобы капуста активно росла. И когда наши похолодания приходят вот такие ранние, это сентябрьские приморозки или октябрьские в начале октября, то есть вот эти вот капусты, они уже готовы. У нас внутренняя структура, я только что на весы положил 3,5 килограмма, обратите внимание, тут загущенность около 50 тысяч. Значит, 45-48 тысяч на всех капустах, кроме последних. Последняя капуста, ну очень загущена, 60 тысяч, но тем не менее интересный эксперимент, мы сейчас на нее тоже посмотрим. Вы можете зайти посмотреть дальше, там реально есть такие голубки, я просто далеко даже не ходил. Когда да, я рекомендую, заходите, смотрите, потому что действительно капусты все однородные, выровненные, просто, или давайте мы сделаем так. Спасибо за внимание, с вами был ваш супермаркет Семян, подписывайтесь на наш канал и ставьте лайки.